Уважаемые коллеги, друзья, приветствую вас в Москве на юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ООН, посвященной десятилетию подписания договора о коллективной безопасности и десятилетию подписания договора о коллективной безопасности и десятилетию наших составов. Уважаемый Серж Азатович, я, во-первых, хотел вас приветствовать в новом качестве, выразить уверенность, что мы будем продолжать доброе сотрудничество и товарищеские отношения наши сохранятся, тем более, что между нашими странами особые союзнические отношения. Но прежде чем мы пообщаемся, хотел бы поздравить вас с победой на парламентских выборах, победой той партии республиканской, которую вы возглавляете, которая получила уверенное большинство. Вот, желаю, чтобы это было необходимым условием для поступательного и продуктивного развития Армении как государства. Вот, ну и, конечно, решение большого количества социально-экономических проблем,
которую вы перед собой поставили. Российская Федерация, естественно, будет всемерно способствовать всем этим процессам. Вот, мы остаемся добрыми друзьями и союзниками. Спасибо, Виталий Анатольевич. Не было возможности, так очень поздравить. Желаю вам успехов. Это та должность, которая, конечно, очень принципиальное значение имеет и в наших отношениях. Я уверен, что и в этом качестве мы продолжим укреплять дружбу между нашими странами. Мы так настроены. Спасибо вам большое. Спасибо.